Да. Забыл снять ретейнер. Спросишь, как дела, ну хуй знает, но мы богатые. Йоу, what the freak is up, чувачки и чувички. What's up, ребятки? С вами Drunk However. Если вы на этом канале впервые, я не знаю, во-первых, какого хуя вы на этом канале впервые. На ютубе теперь можно материться. Как будто я не матерился раньше. Если вы на этом канале впервые, поставьте подписаться, поставьте лайкусик на этот видусик. Мне это очень сильно помогает. Йоу, ребятки, у нас сегодня обновление по шмоточкам. Как вы видите, шмоточки у меня появились новенькие. Сейчас я пройдусь по каждому вариантику. И в конце мы разберем самое сочное. Это кроссовочки, чуваки. Посмотрите. Сочно. Сочно будет в конце, ребятки. Так что, ребятки, оставайтесь до конца, чтобы увидеть эту шикарную красоту. Шабланиум. Йоу. Я не буду врать, ребят. Я соскучился по таким видосикам. Я буду делать сейчас, скорее всего, такое дерьмо чаще. Я до сих пор не знаю, как я назову это видео. Либо, типа, что носить этой весной. Либо что-то, типа, потратил 500 000 рублей на шмотки. Вот такая хуйня, чуваки. Спасибо всем, что вы здесь. Завариваете чаечек, кофеечек, редбульчик без сахара. Добрый кола. Без сахара, да? И присаживайтесь на что-нибудь тепленькое. Sorry, pause. И сейчас мы будем проходиться по вещичкам. Я вам быстренько расскажу, что как, окей? Let's go, ребятки. Окей, ребят. Первое, что я вам хочу сказать, это я разбогател. И я купил себе рейл. Посмотрите. Вау. Я просто теперь, понимаете, вы посмотрите. Фэшн-блогер, ёп. Смотрите, одинаковые вешалки. У вас вообще, ну, дома бывает такое? Одинаковые вешалки. И второе, что хочу сказать сразу же, это то, что спонсор сегодняшнего видео — это мой собственный магазин шмоточек Хордер, ребятки, окей? Сервис по доставочке одежды, кроссовочек. После последнего видео мы очень сильно раскачались. И когда я вам говорю «очень сильно», я говорю «очень сильно», окей? Мы набираем обороты. Идите сами, посмотрите, ссылочку я оставлю в описании. Мы можем достать вам вещи с любого сайта, чуваки. Poison, Farfetch, Grail, Traded London, я не знаю, что там еще, End, все что угодно, ребятки, все можно заказать. И самое прекрасное, по сравнению с последним видео на шмоточки, damn, тут какая-то пыль, у нас появились отзывы, ребят, и у нас их очень много, настолько много, что у нас их пиздят другие какие-то нечестные люди, но они все умрут очень скоро, ребят. Все, плаг сделал, Хордер, мой личный сервис, чуваки. У нас шикарная служба поддержки. Короче, идите, посмотрите все сами. Я перехожу непосредственно к вещичкам, окей? Первое, что хочу вам показать, это... Вы уже все видите, чувачки, сами. Это худи Essentials. Оверсайз худи, пойдем. Я не помню, это велюр или что это такое. Я забыл, как называется эта ткань. Ну, короче, она очень приятная, окей? Худи Essentials, милая такая, да? Ну... А что вы хотели, чуваки? Я должен иметь худи Essentials. Название, знаете, Essentials? Знаете, как переводится? Первая необходимость, чуваки. Поэтому да, Essentials всегда можно иметь в гардеробчике, а то и не одну вещичку, окей? Причем после того, как она ко мне приехала, я просто наткнулся на видосик. Central C в ней ходит, поэтому мне приятненько, знаете? Essentials, первая худи, очень мягкая, очень приятненькая. Можете заказать в Хордере. Дальше, ребятки, идем по футболочкам. Шикарные футболочки. Например, футболочка. Кавэмпт. Кавэмптик мы небольшой заказали. Показываю бирочку. Все есть, да, все четенько. Кавэмптик. Вот такая вот сучка. Ничего сверхъестественного. Но кавэмптик есть кавэмптик. Можно гонять на повседневной основе такую вот футболочку, окей? Дальше могу вам рассказать про сумочку Арктерикс. Быстренько ее заберем, а то она тут висит у нас, да? Сумочка Арктерикс. Просто вот такая вот обновочка. Такая вот симпатичная сумочка. Много отделов, прикольная такая Арктерикс штучка. Шаблайм, окей? Две футболочки Нокты. Одна из них с бирочкой, другая уже без, потому что я в ней походил. Я люблю Нокта, я люблю Дрейка, я люблю все, что связано с Дрейком. Поэтому вот такие вот две. Бэм! Тут она прорезиненная внизу. Секси. Sometimes you, sometimes me, always us. Давайте я выключу экран, потому что я постоянно в него смотрю, блять, это кринж. Нокта. Секси, прорезиненная история.
Тоже какая-то essential вещь, знаете. Можно тоже ее гонять вообще всегда и постоянно. Ну и вот это вот тут не про резинины, тут просто принты какие-то. Вот, такая Nocta. И давайте закончим на Nocta. Я еще покажу вам, там есть кроссовочки Nocta. Штаники тоже Nocta, я взял себе, чуваки. Тоже ничего сверхъестественного. Спортивочки как спортивочки. Но Nocta, чувачки. Вот сзади такие детальки тоже. Тут сзади какая-то штучка. Уцеплять можно, блядь, за рюкзак, я не знаю. Внутри, смотрите. Тоже тут написано sometimes you, sometimes me, always us. И вот этот голубой цвет Nocta, блядь, я вот прям очень кайфую на это. Вот такие вот штанишечки, чувачки, я взял, окей? Дальше, братцы, просто покажу вам эту вещичку. Эту вещичку взял у меня мой кореш для своей девочки. Очень мило. Вот такой вот свитерочек Ami. Первый раз трогаю свитерок Ami. Он такой качественный, просто такой свитер-свитер прям. Очень-очень классик. Бирочки, все на месте, все настоящее, чувачки, окей? Ami, 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 кто не знает насчет Ami, пора бы вам узнать. Популярная история, окей? Yes, sirski. Ами свитерочек. Очень сексуальный, очень приятненький. Давайте мы дальше посмотрим шикарный пуховичок. Шабэм, тоже без бирочек. Все почему? Потому что я его уже ношу вовсю. Это ACG пуховичок. Тут такие вот вставочки прикольные. Тут немножечко, блядь, отличается, не отличается у вас на видео. Цвета немножечко отличаются, более красноватые. Вот подкладочка. Штучка для скалолазания, потому что, ну, вы понимаете, мы скалолазаем. Скалолазаем, блядь. Дополнительная подкладка, чтобы вообще не задувал ветер. Это нереально клево. И, если честно, я заказывал этот пуховичок тупо, чтобы сфоткаться вот в этой штучке, чуваки. Сейчас я вам покажу. Ва-бэм! Ва-бэм! Вот такие штучки. Кстати, когда это видео вышло, наверное, уже дропнулись у меня ски-маски на HBBRView, поэтому идите чекните, если вы хотите. Там еще кое-что дропнулось, не только это. Окей? However.view. Мне нравится, как я шикарно рекламирую свое собственное дерьмо, потому что я сам себе режиссер, сам себе директор, окей? Так вот, к чему я говорил, что я взял его, чтобы сделать сексуальные фоточки в Инстаграм с маской, но когда он ко мне приехал, блять, он мне так понравился, чуваки. Просто очень классный, фит у него, очень прикольные вот эти вот детальки, я не знаю, капюшон очень клево сидит. А, тут еще, смотрите, деталька милая. Блять. Не знаю, что с микрофоном, кстати, было, когда я в первый раз вот так вот приближался. Милая деталька очень. Нацеплена, типа, планета Земля. Такая штучка пластмассовая. Очень мило. И тут в кармашке лежит еще кое-что. Тоже то, что я купил. Оу, фок. Купил себе перчаточки Arc'teryx. И они тоже секси. Они очень классные. А они такие тепленькие достаточно. Я не знаю, что это за технология, но это определенно какая-то технология, видите? Все 5 пальцев работают на iPhone. Вообще можно печатать мизинчиком в перчаточках. И, кстати, очень удобно, вообще не промахиваешься. Такие вот сексуальные перчаточки Arc'teryx теперь тоже мои, ребятки. А дальше что у нас? Дальше давайте чекнем такие вот новенькие Arc'teryx, да, вроде это последний из Arc'teryx. Такие вот новые штаники Arc'teryx. Тоже, у меня такого в гардеробе уже полным-полно, но пусть будет еще. И вот тут вот такие вот на штанинах прикольные детали. Кнопочка тоже с Arc'teryx. И шикарные молнии. Вот именно низ очень сексуальный. Низ прям, блядь, ну дорогой вообще. На этих Arc'teryx-овских штанишках. Черненькие штанишки, фит у них очень сексуальный. Баем! И снизу, да, есть резиночки. Их подзатягиваешь немножечко. Красиво смотрится на ваших новых кроссовочках, окей? И, кстати, да, ребят, напишите мне в комментариях, что вы хотите брать себе. Потому что мне интересно посмотреть, мне интересно всегда смотреть отзывы на хордере, что вы к себе берете. Сейчас весна, чуваки, скоро лето. Я думаю, сейчас самое время заказывать что-то себе сексуальненькое, нахуй. Мальчики, покупайте новые сникеры. Мы сейчас до них доберемся. Будете выебываться перед телочками, эй. Малыш, как делишки, пойдем со мной, куплю тебе мороженое во вкусно и точка. И девочки тоже можете себе взять какую-нибудь розовую штучку, какие-нибудь данки, какую-нибудь сумочку. Вы уже знаете, ребятки. Две еще вещички. Вот такая вот стоник, классик, худи. Ничего тут особо рассказать нельзя. Ровно так же, как и про эту сипишную кофточку белую. Блин, тут какая-то еще козявка у меня. Линза на месте, прикольный капюшончик. Тут вообще без деталек особо, ну, естественно, с патчиком. Вот такие вот... Оу, фок. Такие вот две вещички замечательных, окей? Ну и теперь самое сексуальное, мы переходим к кроссовочкам. Wow. Первое, что я взял именно себе, чувачки, это вот такие сексуальненькие Nike Ambushi, сука. Даем, вот это сучки. Кому-то, возможно, интересно, что это за штучки, из чего они сделаны. Просто такие прорезиненные штучки, их можно согнуть. А при желании нахуй, наверное, сломать. Но я этого делать, конечно, не буду. Вот такие вот. Коллапчик, да? Шаблеем.
Сексуальный цвет. Очень клевая пара, пиздец. Вот я сейчас в них прям бесконечно хожу, они немножко грязные уже. Вот такие вот амбуши сладенькие. Только, чуваки, единственная проблема с амбушами, их нужно брать на целый сайз меньше своего. То есть не на пол, как обычный форс, а это просто на целый сайз меньше. И не бойтесь, прямо не прогадайте, пиздец, реально, как они больше мерят. Вот такие резиновые засранки. Знаете, мне сейчас напомнили они вот с этим цветом на уши этого. Ну, не уши, а вот эти типа молнии. Флэша. Если бы еще был цвет какой-нибудь красный, вообще типа расцветка флэша. Так вот, амбуши, чуваки. Куда мне их положить? Не знаю. Дальше, чуваки. Хух. Байон. Их. Это что за тяги такие? Ха-ха. Чуваки, я взял себе еще один Окты. Я, помните, говорил про голубой цвет? Посмотрите, как белый сочетается вот с этим голубым. Просто пизда. Просто swag. Swag. Я взял себе белые ногти, я их еще не носил, потому что, ну, вы понимаете, что сейчас слякоть. Блять, вот это вообще, что за тяги такие? Ай! Чуваки, тут еще очень сексуальная подошва. Такой стилек, секси. И стоят они хуйню. И заказать можно на Хордере. Ха-ха. Йоу, братцы, я уже не знаю, сколько я просто привез ногт. Очень сексуальные, я жду не дождусь в них походить. И у меня еще была одна пара черных ногт с желтыми тут вставочками. Я их уже подарил своему брату родному, потому что ездил к нему в гости, дарил ему эту пару. И уже так получилось, что я знаю, что они ему малы. Вот так вот, чуваки, у него пиздец растет эта лапа, нахуй. Поэтому ему малы кроссовки. Кстати, они сейчас продаются на Авито, вы можете их прямо у него их купить. Если кайф, реально. Реально просто можете взять у моего брата ногти. Прямо сейчас в наличии новые. Бля, какие сексуальные белые ногти. Опять же, детальки, чуваки. Кто не видел предыдущего моего видео, вот детали ногт. Смотрите, вот эти вот галочки тут. Здесь блестящая сучка. Вот эти, кстати, штучки на белых ногтях, они отражаются. Тут галочка тоже. Внутри, где типа бабл желтеньким, тут просто тоже секс. Я просто хочу... Хочу, знаете, вот так иногда ходить, чтобы, типа, видно было мою сексуальную подошву. Смотрите все на мою подошву. Ногтики улетели. Дальше, братцы, кроссовочки, которые вот-вот уже сейчас я отправлю своему корешу. Я сказал, братик, да, я сниму видосик, потом тебе их скину. Вот такие вот шикарные бейпы. Мне нравятся, знаете, они вроде такие слишком simple, но они simple-dimple, понимаете, блядь? Мне очень нравится вот этот серый цвет. Да, они такие типа... Ну нет, они все равно очень сильно, наверное, на них обращаешь внимание, потому что они типа под лаком. Вы знаете, что бейпы есть лютые какие-то расцветки, но вот эта расцветочка серенькая... Она тоже дает подписи, знаете. Видели, наверное, бейпы уже 100 раз. Но вот еще очередная пара бейпов. Нравится, как пахнет лак мне. Не знаю, вот эти бейпы сексуально пахнут. Окей, вот такие вот бейпы. С вот таким вот мешочком сексуальным. Пожалуйста, тоже, ребятки, очень вкусненько. Люблю бейпы, блядь, надо себе взять что-нибудь. Мне нужно реально покупать какие-то лютые вещи, нахуй. Я на самом деле думал для этого видео купить себе монклеровский пуховик. Но подумал, блядь, что сейчас уже весна будет. Нахуй он мне нужен. На следующую зиму куплю себе Монклер, Canada Goose. Буду по-настоящему жестко дрилить. Ну и последняя пара. Это для моей девочки, коллаб со Стуси, Найков Спиридонов. Если вы видели, у меня давно, я очень много проходил в Спиридонах. Это тоже Спиридончики, только коллабчик со Стуси, которые стоят, блядь, дохуя сейчас, если что, блядь. Вот такие вот сучки. Yes. Тоже, кстати, серый акцентик такой. Я очень люблю Спиридоны, чуваки. И типа Стуси, ну, Стуси дают сока определенного здесь. Спиридоны просто, ребят, ну, очень клевая моделька. И причем, ну, вот эта модель стоит дохуя, потому что это коллаб. Бам, вот такие вот сучки, да? Вот. Но! Смотрите, какая здесь подошва тоже секси. Йоу. Ну, ребята, я не знаю, я прямо плюс 10 баллов хочу накидывать кроссовкам за их охуевшие подошвы. Вот, например, на эмбушах обычная подошва. А здесь прям, блядь, охуеть. Так вот, Спиридоны тоже можно найти за хуйню. Это просто дорогая модель из-за того, что она редкая. А так, Спиридоны дешево стоят. И очень хорошая пара на лето, там, я не знаю. Кстати, вот этот баллон у них белый, так странно. На моих он немножко прозрачный, и так выглядит соусней, наверное. Хотя здесь, наверное, прозрачный бы не очень подошел. Вот такие вот
Звери. На этом все, ребят. Это мои покупочки. Последний на данный момент. Наверняка я должен сделать видосик на лето, чуваки. Только мне нужен какой-то, знаете, вау-эффект. Мне нужно какие-то прямо такие супер пиздатые эксклюзивные вещички брать. Пусть их будет 5, но они будут ебанутыми. Знаете что, я очень хочу себе купить себе Nike. Шанхай калейдоскоп называются. У них, короче, тройной язычок сзади. По бокам такие, типа, ткань, короче, она вылезает. Я не знаю, как вам объяснить. Короче, можете посмотреть фоточки. Nike 97 калейдоскоп. Окей, может быть, они не для всех. Я вот сейчас понимаю, как будто они мне нравятся меньше, чем нравились раньше. Не знаю, для меня это какая-то прямо летняя прикольная пара, которую я всегда хотел. Правда, она дохуя стоит. Короче, на лето хочу себе взять что-нибудь такое интересненькое. Из обуви-то точно возьму себе что-то, ну, неординарное. А тогда, чуваки, спасибо всем за просмотр. Кордер, заходите, ссылочка в описании. Подписывайтесь, заказывайте вещички. Вы можете даже... Бля, я забыл прям показать. И вот, смотрите, я заказал своей девушке Dior. Lip Glow, Rosy Glow какие-то типа. Короче, косметику, все что угодно. Dior просто сейчас, блядь, почти нету у нас. Бам-бам-бам. Такие вот истории даже можно заказывать для своих малышек на дни рождения, я не знаю, кроссовочки какие-нибудь. Короче, вы уже знаете, ребятки. Да, спасибо всем за просмотр, ребятки. Подписочку и лайкусик оформили. Спасибо большое. С вами был Джон Хавер. Всем удачи, успехов, заказиков, денежек и счастье, окей? Okay?